подловить. Друзья, 8 советов для тех, кто на правильном питании. Первое. Если вы тренируетесь рано утром, эксперты советуют делать это на пустой желудок. Но когда тренировка предполагается длинная, подкрепитесь небольшим количеством белка и простых углеводов. Половина банана плюс горсть миндаля. Номер два. Исследования показывают, что немного кофеина может помочь улучшить вашу выносливость, силу и скорость. Номер три. Перед тем, как отправиться сразу на тренировку, убедитесь, что у вас есть с собой еда или питательные снеки. Номер четыре. Каждая интенсивная тренировка вызывает обезвоживание, так что обязательно выпейте 2-3 стакана воды перед занятием. Номер пять. Чтобы предотвратить судороги, подтягивайте воду, а не глотайте ее. Номер шесть. Сладкие спортивные напитки не нужны, если вы не тренируетесь интенсивно в течение 1,5 или 2 часов. Номер семь. Чтобы восполнить потерянную энергию, съешьте закуску через 30 минут после тренировки. Идеально, если пища будет состоять из углеводов и белков в соотношении 1 к 4. Номер 8. Шоколадное молоко является отличным напитком для восстановления сил, потому что это не просто соответствует указанному соотношению, но и содержит кальций, необходимый для укрепления костей и наших мышц. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч!